Мы хотим все-таки вспомнить о том, что осень уже на носу. Да и сегодня, Свет, похолодало, дождик. Действительно, когда я встала утром, я поймала себе на мысли, что одела слишком тонкий джемпер. Мне не хватало уюта и теплоты. И именно это вы найдете в нашем следующем предложении. Встречайте надежду. Именно так называется наш следующий лот. Вы знаете, как только этот кардиган появился в нашей модной рубрике «Олечка», он стал бестселлером и полюбился вам, мои дорогие. А я уже поняла, почему. Ты знаешь, я прикоснулась ручкой, такой мягкий, такой приятный, и мне очень нравится эта текстура, необычная вязка. У меня бабушка точно так не умеет. Ну, я сейчас информацию для тех, кто вяжет, действительно, это машинная вязка. И в кардигане «Надежда» представлено вязаное полотно. И сейчас вы видите две различные вариации вязки. Вы знаете, что это сложно? Это значит, машина перезагружается и перепрограммируется. Вот одна программа, которая вывязывает букле. Мы видим сейчас с вами фактуру. Вязаное полотно. И Оля демонстрирует вам сейчас второй элемент вязки. Это гладкая вязка, лицевая. И именно этим украшены наши рукава. Вы знаете, прежде чем вот получилось это изделие, я хочу сказать, что каждая из этих деталей вывязывалась по специальным лекалам и только потом уже сшивалась после специальной обработки. 2690 рублей. Он такой нежный, так и хочется его обнять, потискать. Свет, рассказывай, из чего он сделан, согревает ли он нас. Ты знаешь, это очень важно. Вот бытует мнение, что если приближается холода, мы надеваем на себя толстые свитера. Конечно, так теплее. Нет, это неправильно. Самое главное – это состав. Встречайте, это ваш любимый пан, который вам запомнился прежде всего практичностью и теплым составом. Вот почему, мои дорогие, в этом кардигане «Надежда» вы можете встречать даже теплую зиму. А у нас три цвета на выбор и цена премьеры. Ваш любимый кардиган, судя по первым эфирам, просто раскупает мгновенно. Кстати, давайте покажем сразу три цвета для вас. Выбирайте и звоните по телефонам. Звонки бесплатные. Мы уже ждем ваших звонков. Я не случайно выбрала этот яркий цвет. Это брусничка. Посмотрите, как он сочетается с моим платьем сапфир. И если вы уже, моя дорогая модница, выбрали сегодня платье сапфир, то пришла пора завершить свой образ осенним кардиганом «Надежда». Итак, звоните прямо сейчас. Посмотрите, какие цены на нашем телеканале Shop & Show. Сколько может стоить вот такой кардиган? Я у вас спрашиваю, сколько в магазине может стоить кардиган? Вязаное полотно, согревающее. Конечно, 3, 4, 5 тысяч рублей, если это машинная вязка. А у нас на телеканале Shop & Show 2690 рублей. А все это потому, что сегодня акция «Золотая осень». Скидки на все до 30%. Успейте купить. Ну что ж, мои дорогие, пришла пора выбрать свой размер. Я думаю, с цветом вы уже определились. Итак, мои дорогие, хотите украсить свой гардероб яркими красками? Выбирайте ягодные оттенки. Если вы любите классику, у нас для вас есть графитовый серый цвет. Кстати, именно его выбирает наша Люба. Давайте сейчас о размерах. Я выбираю 50 размер, Люба выбирает 52 и носит 52. Но если вы хотите, чтобы кардиган «Надежда» выглядел как пальто, хотите надеть под низ, возможно, теплый джемпер или пуловер, выберите на размер больше. А лучше закажите наше платье «Сапфир» по эксклюзивно низкой цене, закажите кардиган «Надежда» и сэкономьте уже на бесплатной доставке. Нашу акцию, несмотря на то, что акция «Золотая осень» сегодня в самом разгаре, акцию про бесплатную доставку никто не отменял. Помните? 3900 рублей заказывайте и экономите на бесплатной доставке. Только на телеканале Shop & Show. Все акции суммируются. Так что пользуйтесь этой возможностью. А вы, если первый раз включили телеканал Shop & Show, посмотрите, как мы вас подготовили к осени. Вы хотите выглядеть так же изысканно, элегантно и уютно? Тогда звоните, заказывайте. Мы ждем ваших звонков. Ну что ж, мои дорогие, давайте посмотрим. Люба застегнула это пальто. И посмотрите, что происходит с воротником. У меня отложной воротничок. У Любы воротник превращается в стойку. Что мы делаем? Мы для этого соединяем просто наш воротник. Посмотрите, вот отложной воротник, и он превращается в воротник-стоечку. Я хочу развернуть Любу и продемонстрировать, как сзади вы можете защитить себя, зону шеи. Именно эта зона очень часто продувается ветрами, но только не с вами. Вы будете защищены. Еще раз обратите внимание на наше сегодняшнее предложение. Начинается осень, а вы готовы встретить ее во всеоружии? При этом, мои дорогие, забудьте про мешковатые, теплые ваши джемперы. Ведь главное
главное не толщина пряжи, а ее качество. Еще раз давайте вспомним, что это пан, заменитель шерсти, самый прочный материал. А еще моль его не съест. Вы представляете, как обидно будет, если вы после лета, например, когда он у вас повисит в шкафчике, достанете, а он в дырочку будет. Правда обидно? А вот он не будет, потому что это пан, его моль не ест. А еще, Светочка, я обнаружила свои любимые подплечники. Без них никуда. Если их нет в вещи, бегу в ателье, покупаю, подшиваю. Здесь не надо. А ты сколько экономишь? Вы только представьте, затраченные средства на сами подплечники, работа сотрудников ателье. Сегодня вы берете просто кардиган «Надежда». И все, мои дорогие, все ваши мечты в одной вещи. И, кстати, вы заметили, что наш свободный крой, мы видим приталенный силуэт. И это добивается за счет вязки. Посмотрите, как нежно и деликатно она переходит от более крупной к более мелкой. Тем самым мы делаем акцент на зоне талии. В этом кардигане пальто вы будете чувствовать себя потрясающе. Вам будет тепло, комфортно, уютно. И вы будете чувствовать себя настоящей женщиной. Итак, Светочка, я вот себя уже чувствую суперкомфортно, мне хорошо. От того, что не добавляется лишний объем, который нам не нужен, правда ведь? Посмотрите, а тепло, а здорово. Знаешь, Свет, я все время думаю, вот чего ждут наши телезрители? Мы уже предлагаем вам осеннюю коллекцию. Знаете, как вот бывает? Вроде бы август, вроде тепло, а потом сентябрь, резко холодно, а мы не готовы. Так давайте готовиться прямо сейчас. Сентябрь наступил, это я для тех, кто еще не очнулся. Осень наступила. Давайте утепляться.